Всем доброго времени суток, друзья мои. Идем в сторону дома. Владимир Иванович заходил полчаса назад. Спит, не стал будить. Но сейчас сам придет на вечерний кофе или на квас. Наша знакомая пирожочная. Цветочки. Тоже все рядом. Ну и сейчас кое-кого покажу. Успели соскучиться. Наш центр, друзья, станица Преображенская. Музей краеведческий. Стройку вот заморозили, хотели двухэтажный магазин какой-то делать, ну и в итоге вот пока вот так вот, второй год, котлован, серьезная тут у них должна была начаться стройка, но пока вот так, наверное, нет возможности пока. Ну да ладно, разберутся. Здрасте. Ой, здорово, молодец. Молодцы. Вот отсюда. Тут даже на них, по-моему, в суд подали. Вот это заведение, у которого начала обваливаться стена. И соседи вот эти. Ну, я думаю, тоже как-то разберутся. Вот тротуар начал обсыпаться. Тоже, наверное, мы так не договаривались. Поэтому притормозили пока со стройкой. Немножко нашей станицы, друзья. Станица у нас просто замечательная. Вот. Как я и говорил. Смотрим, кого мы видим. Кто там у нас? Правильно. Кира и Ольга. Сейчас посмотрим, что там наша ученица нам расскажет. Ой, девочки, здравствуйте! Привет! Вы нарядные, красивые, привет, модницы какие! Ой! Здравствуйте! Здравствуй, Кира! Всем привет! Оля, привет! У меня тут собака. И вкусняхи. Вкусняхи, собака. Что купили? Рассказывайте. Ножом. Рюкзак ходили, получали. Угу. С куруми. С куруми. Это что такое у нас? Куруми? Вот такая это... штучка, кошка такая. Да, это знаю, кошка. А у меня, смотри, что есть. Бэби Фокс для Киры. Спасибо. Пожалуйста, тебе. Так что вот так, ходили в этом. Да, у нас сегодня девчонки были, это... Одноклассница была в гостях.
После школы? Ага, забыла. Да мы им праздник делали. Сколько? Роллы заказывали. Вон что. Лупили роллы. Ага. Жарко сколько квадмобилев? Не успокаивается. Вот. А она, девочка, забыла бутылку с водой. В школу носят воду. Угу. Я говорю, Кира, пойдем вместо прогулки, пойдем отнесем это. Заодно погуляем. Ну, пойдем. Прогуляйтесь. И вот в РДК сейчас, наверное. А я ей подарила собаку с крыши. Только маленькую, не как у меня. Кира, да. Ты с собачками теперь опять, да? То кошечки, дома кошечки. Здесь у нас, собачки. Кстати, пополнение. Пополнение опять? Угу. И что такое там? И угадай, кто у нас к нам на кошек еще. Кролик? Нет. Хомячок? Нет. Морская свинка? Нет. Это не грызуны. Змея? Нет, я их боюсь. Может быть, черепашка? Нет. Попугай? Нет. Воробей? Да ну, человека. Собачка? Да. Другая? Просто этот на меня кидает. Маленькая. Просто этот на меня уже кидается. Султан? Тарзан. Вот, и мама хочет его убрать. Ну, как-то надо докормить его потихонечку, да. Ну, кидается. Ну, потихонечку нельзя, докормить. Ему 17 лет уже. А потом уже другой. Вот, я понял. Мам, 17 лет уже? Старенький. Давай посмотрим в барахолке. Вот. Она говорит, мам, в барахолке? Щенка хочу. Ну, давай, смотри. Какого щенка у нас Кира хочет? Маняшка. Получи на 17. Где же взяли? В барахолке, в одноклассниках. Добрые руки забрали. На мусорке дети нашли. Да ты чё? А вы приютили? Да. Вообще здорово. Вот женщина там написала. Молодцы. А говорит, это собачку, говорит, никому не надо, детвора приперла. Вот, мы и взяли. Я говорю, ну пусть живет. Она как прищепка. Только сам он на меня загнался. Ну, о, ты смотри, аккуратней. Она прыгает, как обезьяна. На диван. Это Ольга. Мария и Эдуард добрые. С Москвы десяточку. Спасибо. Для вас, давай, да. Мария. Эдуард добрый, да. Нет, нельзя. Все пригодится, естественно. Ну да, хочу. Подожди. Потом дам. Хорошо? Сумка на ней. Кира, спасибо, ну здоровья вам. Огромное. У меня твой любимый символ. Мария, Эдуарду. Привет. Сова на кофте. Здоровья им. Кофта красивая. Всем привет подписчикам, всем спасибо. Вам тоже всегда привет. И мирного неба. Всегда передают, спрашивают. Тут пока некогда было похороны, похоронили же робота, мы Сергея. Так я вот это слышала. Язва открылась, кровотечение внутреннее, и все, не смогли спасти. В коме лежал 4 дня без сознания, а потом умер в больнице. Жалко, да, и поэтому классный. Я бы вам раньше бы отдал, я просто не видел, классный пока некогда было. Был, хороший, добрый. Да, и нас выручал всегда. Угу. С тобой сколько ездил? Со мной, да, больше года прокатал он меня с Владимиром Ивановичем, мы ездили, он нас возил везде, выручал. Он вообще такой хороший человек. Да, неплохой пойдет. Ну, вот так вот. Богу суждено забрать себе его. Ничего, нормально, Оль, потихонечку. Там, кстати, Иваныч в парке вроде. В парке Иваныч? Да я, наверное, мимо него не пройду. Сейчас он меня тоже где-нибудь высыпет, да, по дороге. Как прищепка. Давайте отойдем в сторонку, да, пусть проедут. Ну, там успеет. Место есть. Кира, расскажи в школе, как, понравилось? Что там у вас? Завтра, познавьте меня, будет английский. Первый раз? Ну, ничего. Я так по-английскому пишу. Шпарить будешь по-английски, учить главные уроки. Что учитель задает, да, то и делать. Еще не делали уроки. Каждый день. Сейчас придем, будем делать уроки. Мама, что за меня сделаешь? Да, конечно, да. Ты будешь делать, а мама будет проверять, наверное, потом, да? Конечно. Сначала что пишем? Черновик? Да, здрасте. Да, черновик, здрасте. Черновичок сначала? А нам сказали только выучить, а писать ничего не надо. Да что ты говоришь, я посмотрю. Мамка все равно узнает, что задавали, а что нет. Сейчас там, наверное, чат ты у вас расскажи, есть. Как тебя сегодня похвалили. За читательский дневник. За что? За читательский дневник. Ух ты. За читательский дневник. Заполняла? Угу. Умница, молодец. Давали на лето. Молодец. И Маша, что она дуба, тоже поначалу. Литературу читать, какие книги. Поначи на 5, и там еще похвала молодец. Угу. И все. Да?
Молодец, молодец, Кира. Так держать. Слушайся учителя, мамку, и все будет хорошо. Пока только начало. Ничего. Пока у нас только начало. У всех было начало, да. И все так же было нормально. Ну ничего. Аттестаты получают все. Ну да. Так что да. Потихонечку только надо хорошо учиться, Кира. Запоминай всегда. Насчет музыкальной школы не ходили, не узнавали, что там. Да вообще нет, какие хочу у них. Завтра. Я же в больницу тут посещаю. Этот заставили меня проходить. Пошли окулисту проходить. Каждый день по армии врачей. По армии врачей. Диспансеризацию заставили меня проходить. Зрение, да? Ну, я к окулисту вообще, а потом начали терапевты, хирурги, все в кучу. Так что вот сейчас, завтра последний день, думаю, уж отхожу. Потому что вторую неделю. Я тоже надеюсь. Ты музыкалку неделю хочешь? Нет. Я вообще не в какую школу не хочу. Она что там, на фортепиано? Или на что, я забыл? На флейту. А, на флейту. Кира, там здорово. Можно попробовать, да. Попробуй сначала просто, да. Я же тебя не заставляю прям ходить. Просто пойти попробовать, посмотреть, да. Твое оно это, не твое, понравится. Может быть, понравится самой. Правильно, Оль? Да. Просто хотя бы смотреть. Вы сходите там, вот сейчас я пока начались. Да. Денечки рабочие, учебный год. Я схожу завтра, как раз я в той стране. И скажи, что там, да, вообще там говорят. Не знаю, что там надо. Там или как логопед, вот она помогает, да, хорошо, да, это вот понимаешь, это, да. для разговорной речи, угу. Это музыка очень, именно флейта. Да, именно флейта, да. Мне Лариса Варламова посоветовала, угу. Сказала, спроси. Да я читала, я думала, что сейчас пойдет в школу. Она говорит, если бы я здесь была бы, не уехала в Волгоград, я бы обязательно Киру уговорила к себе, да, и научила бы ее здорово играть на флейте. Это же красиво. Да. Так что узнай, Оль, там посмотрим, там что, да, потянем, получится, не получится. Посмотрим. Как там, что у них. Да, видно было. Вот и Владимир Иванович. Дядь Володь, ты что там? Да все, сейчас пойдем уже тоже, не будем мы вас сильно задерживать. Да ничего, давно не виделись. Всем пока, Кира. Всего доброго. Учись хорошо, слушайся мамку. Спасибо. Мои вам тоже всегда привет. Огромное спасибо за поддержку, за помощь. На здоровье вам, во благо. Да, Владимир Иванович? Да, сигарет. Че бродишь, домой не идешь? На. Хоть поздоровайся вот с девочками, че ж подходишь-то. Здравствуйте. Привет, мы виделись утром. Ага. Я бегала в больницу. Mm. С Владимиром Ивановичем были. Здоровался уже, да? Да, он утром он каждый раз здоровается. Молодец, Владимир Иванович. Мы сейчас тоже шли в РДК, тоже виделись. Угу. И вот с РДК тоже. Вы в РДК ходили аж? Да. На качели-карусели? Ага, вот что. Ну, правильно. Мама таскает везде. Все это хорошо, лишь бы не забывать учить уроки. Ира, понимаешь? Сейчас придем. Уроки, да. Да, дочь. Домашняя поучим. Отходи, Владимир Иванович, в сторону, люди пройдут. Искупаемся и спать, да? Пошли. Успеете уроки выучить? Конечно. Там, наверное, немного пока мама задают. Там чуть-чуть сегодня задали. Ты что, задание даже сказал? Там легко. Я смотрела, там легко. Ничего, справитесь. Все справляются. Конечно. И Кира справится. Вообще. Кира умная у нас девочка. Все понимает и все сделает. Правильно, Кирунь? Ага. Вот так вот. Память хорошая. Память хорошая, молодец. Ой, с моря такие кроссовки привезли. Вот это да. Я что-то не рассмотрел первый раз. Круто, круто. В школу не ходишь, Кир? На сменку. На сменку? И на физру можно? Ну, сегодня ходила, сегодня первый день физкультуры. Ну все, Кирунь, давайте, ладно. Всем пока, привет. Да. Владимир Иванович, мы что, пойдем в ту сторону с тобой? В сторону дома, наверное, хорош бродить. Да. Да, давайте, девочки, все. Давай. Всех благ. Так, пока, до свидания. Итак.